Нихера себе толпа выходит. Ля, еще прут. Ёлки-палки, ребята. Как бы 8 часов вечера, это что за такая сходка? Может, они бухать пошли куда-то, не знаю, за пределами Скадовска? Типа, в место, где можно напиться, потом еще и подраться и, не знаю, поразвлекаться. Странная ситуация. Тихо, 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 тихо. Чё? Что случилось? Что происходит? Нашего вальнули. За что? Два трупа. Не понял ни хрена, свобода. Ай, ты мой хороший. Это тоже свобода, что ли? Ну, подожди секундочку. Нет, это вольный сталкер. Вообще ноль связи. Чё это было? С кем была отстрелка? Они кого-то увидели как будто? Призраков, что ли? Ух, ёлки-палки. Вообще не ясно, что происходит. Опять замес какой-то. Кто-то с кем-то отстреливается. Что происходит? Есть вопросы, ответов нихера нету. Я еще и жрать захотел, а жрать нечего с собой. Только что мятые конфеты пожрать. Насыщение плюс 2 килокалории. Классно. Наемся-то как? Баллончик с каким-то порошком. А взрывоопасно. Всем спасибо, классно. Все свободны. Так, ладно. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Нейт Гуард. Ну что ж, ребята, новая серия по Мизери. А очень, наверное, в шоке, мол, какого хрена мы на кордон вернулись. Ребят, на то есть некоторые, так сказать, нюансы ситуации. Сейчас будем просто молиться, держать кулачки, чтобы... Что происходит? Чтобы ситуация с одним очень важным объектом решилась. Да это же мой ствол! На днях украли! Ты где его взял, злодей? А, ты ошибся, отвали по-хорошему. Что это? Я ошибся? Ты думаешь, ты говоришь, засранец? Или что, если тут будет за меня? Верни ствол, разнимся мирно. Что? Я вообще-то из этой пушки могу дыру твоей башки сделать. Стоп, мужик, не горячись. Покачали друг на друга, хватит, не нервничай. Может, ты ошибся, наверное, да. Ну и пошел в жопу. Засранец. Потом с тобой пришли вопросики. Кидало вонючий. Так вот, моменты, которые мы сейчас будем решать. Во-первых, ребята, всех еще раз приветствую. Спасибо за ваш актив. Как обычно, напоминаю, что надо ставить лайк, писать комментарии, колокольчики, собственно говоря, подписки в группу, дискорд. Ну, просто, так сказать, полный пакет того, что уже сказать в начале. Потому что, если не говорю, это уже просто проверено. Многие жалуются, что, мол, надоел выклянчивать твою мать. Но фишка в том, что реально, если я не напоминаю, то это как бы минус где-то процентов 40-30 лайков и комментов. То есть люди забывают и как бы и ничего не поделаешь. Поэтому коротко напомнил, спасибо еще раз, поехали играть. Теперь по нюансам, почему мы находимся на территории, собственно говоря, Скадовска, почему мы вернулись. Ну, значит, ради всего вот этого вот, того, что мы спрашивали в прошлой серии. Вопрос у нас стоял относительно костюма. Это штурмовой комплект Севы от Долга за 209 тысяч рублей, невероятно больших. Но мне там написали, что, мол, да, Владос, бери, это именно штурмовой, так сказать, комбез. Это не научка сраная, это именно, то есть, долг, военная группировка. Делается для именно военных действий, аномалий, в меньшей степени мутанты и битвы с людьми в большей степени. Плюс, есть один очень важный нюанс, Зулус, персонаж, который один из самых штурмовых штурмовиков на территории Чернобыля. И он, собственно, ходит в этом самом комбезе универсальной защиты от долга. Он с пулеметом, он точно штурмовик, так что этот костюм нам точно подходит. Это тяжелый бронекостюм, который я сейчас собираюсь брать. И вот теперь стыкуем, так сказать, пазлики. Я пытался продать свой старый костюм чистого неба плюс каску. Но на территории Янова в среднем за него платят 5000 рублей. Я не шучу, за фул прокачанный уникальный костюм, очень хороший, имеющий максимальную стату бронезащиты. То есть в плане, так сказать, пулепробивания к этому костюму нареканий вообще ноль. Он хорош, максималка. Но все остальное, так вот, суть в чем, 5000 рублей за него давали. Я уж типа отчаялся конкретно, конкретно. Вот сейчас последний вариант у меня, собственно, последний, так сказать, оплот надежды. Я проверю Бородулю и Сыча. Если и здесь будет 5000 рублей на продажу, то шансов у нас сейчас, ну, в ближайшее время купить себе костюм практически нету. Потому что, ну, продать мясо, продать все прокачки, два арта, ну, 100 тысяч с копейкой они насобирают. То есть мне надо, чтобы вот это вот все продалось, хоть как-то. А нам опять кто-то стреляет, странная херня. Так что поехали, все, погнали. Так, значит, проверяем здесь. Понятно, приехали, походу, мы в задницу. 4600, то же самое. И броня с касочкой 6000. Нихеровенькие у вас расценки, товарищи.
6000 рублей за комплект, который только по ремонту стоит, наверное, не знаю, 70. Бляха, как у меня горит жопа. Что за странные коэффициенты? Ну, пожалуйста, пожалуйста, ну что, сын. Есть что-то новое? Братан, братан. А, ты татарин, я в курсе. Ну, по лицу видно, я татарин. Ну, как бы мы должны друг друга поддерживать. Ну, и ну, елки-палки, ну, золотая орда. Ну, ну, что, ну, давай нормальные ценники, я тебя умоляю. Хорошая цена, ну, хотя бы 20. Тома, я ж ты, я ж тебя сейчас вот расцелую. Сначала в правую щечку, муа, потом в левую щечку, муа. В засос не стану, потому что мы с тобой, как говорится, ну, нормальные ребята. Чисто пожмем руки и... Прям на душе потеплело, ребята. Касочка почем? Идеально. Так, забирай. Итого 148. Хорошо. Значит, сейчас теперь осталось только раскидаться немножечко, так сказать, в других детальках. У нас еще два арта, у нас еще деньги. Еще можно медикам продать всякую шушуру-мушуру. Короче говоря, думаю, на скрипсти как-нибудь удастся. Это обычные КПКшки, не супер важные, да, поэтому можно продать их тоже. 2300 сюда забирай. Нормально, все, у меня прям отлегло. NRC фольга для сна 2000 еще. Это 153, еще 6000 на переход. Это надо, короче, играть, чтобы у меня запас был. Но где-то 215 мне нужно иметь. Я вот сейчас думаю, распродавать здесь мясо или все-таки пойти затестировать, что по ценникам у ученых. Мне кажется, у ученых должно быть чуть побольше. Поэтому, наверное, сейчас продавать им не стану. Но в том плане, что... Кстати, вот эта штука, да, под 7.62... Я все-таки не снайпер. Вот тут, кстати говоря, видите, написано ремонт 9.39. По идее, вот, этот, вот, вот эта штука должна ремонтировать валы, но она их не ремонтирует. Я подумал, что раз я не играю за снайпера, у меня по ролплею нельзя брать снайперки, то, в принципе, этот комплект можно продать нахрен, потому что мне нечего чинить. Это в основном снайперские калибры, и это в основном, как бы, ну, для винтовок снайперских. У меня, как говорится, таких не будет, поэтому смысла держать просто не имею. Короче, сейчас будет жесткая распродажа-продажа. Еще немножечко потрещу шустро. Может, что-нибудь у него там новое появилось. Возвращаемся потом на Янов. И, ну, собственно... Тормозедзо аудиторы. У нас же тут еще лежит три арта на прозапас. Грави. Ну, чуть-чушечки. Ну, ради костюма, я думаю, можно и продать. Знаете почему? Потому что у меня стоит аддон на обновление артефактов. Поэтому, в принципе, раз в два дня проходит выброс. У меня обновляются арты. Если надо будет для квеста, для бороды, я думаю, я найду. Ему нужна светляк, пламя, пустышка. Понял. Короче, сейчас все сделаем. В лучшем виде. Погнали! Блять, let's go! Бум! Так, ну что ж, ребят, я накопил денег. Получил достижение, как говорится, очень богатый, состоятельный клиент. Оно действительно дается 200 тысяч в кармане в модификации Мизери. Хотя вы не подослышки знакомы с маткой денег, вас далеко не всегда можно называть стесненным в средствах. Напротив, порой вашим денежным снабжением можно позавидовать. Такие клиенты – большая редкость для торговцев. Торговцы чаще предлагают вам самые редкие дорогие товары. Но это там по ходу дела потом откроются разные, так сказать, вещи, которые будут нам нужны. Сейчас у нас есть вещь, мы ее знаем и мы ее покупаем. Потому что ходить без костюма немножечко, так сказать, сыкотно. Ох, малышка. Ну, поехали. Правда, вот у нее уровень восстановления сил меня очень пугает. Не смогу бегать прямо от слова совсем. Но статы, броня, максималка, гашение удара половина, огнеупорность практически половина. Все остальное просто неприступно. 209 тысяч рублей. Ох, бляха. Все деньги улетели. Я, кстати, ряд продал все артефакты, которые были у меня за пазухой, потому что не хватало бабла. То есть, прям это очень большая сумма. Так, у нас есть два слотика на старте. Сразу оставляем, так сказать, свои дополнительные плиты. Здоров. Хочу зайти еще в технику посредством по прокачкам есть. Чувства такие, знаете ли, ну, интересные. Это практически максимальный костюм, который есть для штурмовика. Я думаю, это не финальный вариант того, в чем мы будем играть. Кстати, я пить захотел, а пить нечего. У меня вода-то кончилась, надо купить себе бутылку минералки. Ситуация вот какая, это не максималка. Вроде как перед походом именно в Припять открывается такая вещь, как экзоскелет. Экзоскелет — это, как понимаете, вершина того, что должно быть у штурмовика. Я постараюсь к ней прийти, но вроде бы этот заказ, ну, он один-единственный на всю игру будет у Шустрого. Через какие-то там супер дорогие деньги, но это, ну, такие прям далекие вещи, которые будут позже, не сейчас.
Так, давай посмотрим, что этот костюм может. Вот, боже, все. Просто тут прокачек, ёпс, тудей, тут денег надо. Так, ну я, во-первых, вижу, что я могу поставить 4 слота артов. Это уже круто. Хотя хер его под что плитами обложиться настолько, чтобы я бы не пробивался. Кстати, я забыл об этом повестить, ребята. С этой серии я добавляю в описание новое, так сказать, роллплей действие. Третье. Мы наконец-таки нашли его. Что же мы будем использовать, так сказать, третьим пунктом? Не использование снайперских винтовок, не использование легких костюмов. И, собственно, третий пункт, который предложили, мне считается логичным, мне так показалось. Это не использование артефактов и шкурок мутантов. Потому что все-таки это... Ну, такие, знаете ли, вещи из зоны, мы штурмовик, мы больше, так сказать, за военных, ближе к этому. Наше дело, так сказать, это вот огнестрел, военные операции. Мы можем, конечно, иногда пособирать артефакты, но прям очень редко. Поэтому использовать дары природы, ну, так сказать, в свою сторону, ну, не для нас. Все-таки мы ближе к долгу, долг не пользуется артефактами на поясе, поэтому, как бы, я думаю, это логичное действие. Я не буду использовать никакие супер-мега-арты на поясе, просто имейте в виду. Это вот, ну, третий пункт роллплея, чтобы было немножко посложнее. Здесь, кстати, фонарь сразу интегрирован, ПНВ сразу интегрировано, камуфляж ночью просто сумасшедший. Поехали смотреть. 8400... Повышение брони, тут очевидно надо подключать себе долговечность костюма, потому что, скорее всего, он супер дорогой в использовании. Броня либо вес бронежилета, он, кстати, очень тяжелый, это 19 килограмм, это больше, чем предыдущий костюм. Еще долговечность костюма, требуется грубая работа, электрозащита плюс термо, но электро херня, а вот термо нужно будет поднимать, наверное, еще выше. Радио, электро, либо хим плюс огнеупорка. Очевидно, что огнеупорка. Ценник, ну, пока что не кусается. То есть по ценникам 8, 10, 8, 10, 13. Вот тут установка легких синтетических деталей. Система, вот это, кстати, штука, которую, блин, вообще бы как бы вкачать. Вроде как, когда ее прокачиваешь, вот тут слова с уровнем становления сил с низких меняются на средние. Это типа новая система фильтрации легких, позволяющая тебе нормально бегать. Но опять же, это грубо работает, надо сейчас либо найти им инструмент, либо идти обратно на кордон, а это 12 косарей туда-обратно. Переносимый вес на плюс 10. Вот тут придется выбирать, нужно ли мне прям 4 слота артов, или все-таки 10 килограмм свободного веса, с которого я смогу нормально ходить. Дальше, химоза плюс радейка в одну стату, прям хорошо. Система оракул, ну вот это вообще просто что-то поднебесное, заживление раны, восстановление сил. Еще одна система на химозу и радиацию, активные фильтры. И тут у нас псишка, либо ионный ветер. Ну, собственно, система, которая позволяет тебе прям очень сильно бегать. Глаза, конечно, разбегаются. Но это новый уровень, как говорится. Я пока тратиться не стану, потому что сейчас есть вещи, ну, на которые мне нужно бы спустить свои деньги, поэтому... Но я доволен. Так, что касательно ПНВ. Стандартный зеленый, ничего, так сказать, вау. Фонарик тоже стандартный. Хорошо. Чего расскажешь хорошего? Фу, ну выдохнули. Что-то значит, наверное, пойти поспать и с утра пойти попытаться решить проблему Вано. Я думаю, сейчас это прям первостепенно. Сходить за Вано. Потом можно будет завалиться за тайничком. Я вот сейчас подумал еще. Ну, это будет прям такой день сталкера артефакт мана. Ну, то есть, вообще, чисто теоретически... Можешь свернуться на территорию Скадовска. Просто костюм не прокачан, и хотелось бы его прокачать, да, чтобы этот вопрос закрыть. Можно на территорию Скадовска вернуться и закрыть квесты бороды. То есть прям взять у него квест на нужный артефакт и прям пойти по всем аномалиям арты искать. Такая серия артефактов будет. Ладно, по ходу дела разберемся, сейчас все-таки спать, потом в оно. Погнали. Так, с утра доброе. Все, вроде поспали и пошли за Вано. Сейчас тут пару нычек пособираю старых, если не остались. А они остались, ломик еще лежит, Гордона Фримена. Слушайте, прям получается некий такой реактивный блогинг. Новый уровень, говорится, летсплеев. Я пока спал, пока занимался, так сказать, своими делами, разбирался с экономикой, комменты ваши почитал к предыдущей серии. Так вот, там люди написали действительно одну ситуацию, что, мол, я просрал одну ачивку уже, без возмездия, так сказать, и вернуть ее уже невозможно будет. Ачивка была такая, ну, то есть следующее, что если бы я решил мирный вопрос с Митяем и не сносил его нахрен, ну, в смысле бандитов просто в мясо, а именно сначала просто спас дипломатии, потом решил вопрос с Вано дипломатией, то, короче, по итогу мне дали бы ачивку, что я там вообще, типа, приятный парень, и что все меня любят, и как бы только после этого можно было бы всех убить. Но я подумал, что я переигрывать не стану, потому что, конечно, ачивка штука крутая, но...
Короче, это бандиты, и то, что они сделали, это мерзко априори, и договариваться с ними я не хочу. Или договориться, а потом убить. Какой в этом смысл, как бы? Я лично смысла не вижу, поэтому, как бы, как сделали, так сделали. Поэтому продолжаем просто играть. Ну, одной ачивки не станет, хер бы с ней. Я думаю, в нашем, как говорится, огороде не убавится от этого. Так, ладненько, сейчас ситуация какая? Мы сейчас забираем тайник здесь. Тайник, короче, как детский оказался вообще. Это он? Это тот самый тайник по квесту, что? Чисто набор прогресса и все, и как бы на этом полный кобздец. Кстати, по весу, блин, все равно очень много получается. Хотя вроде с собой ничего не таскаешь. Нужны либо какие-то увеличивающие моменты, потому что плиты тоже весят, как бы. А сам у нас, получается, горб тоже весит. Нужны доп-слоты, нужны какие-то прокачки. Блин, тяжело получается, очень тяжело. Тут, в принципе, блин, ну, конечно, если посмотреть, то кажется, что, короче, куча мусора. Но тут таблетки, таблетки ничего, много весят, они по 100 грамм, блин. 100 грамм, 100 грамм, там, не знаю. А, ну вот, я с собой взял водку на полтора. Еще водка, да? Да елки-палки, я же внимательно вроде смотрел. Я когда готовился, вроде бы смотрел внимательно. Думаю, сейчас все лишнее скину, оказалось, что я с собой водки понабирал. Опа. Тихо. Не хочу сейчас воевать с мутантами, это лишний 40 патронов. А у меня патронов не очень много, сейчас нужно будет разгребать бандитов, потому что я опять же не буду мирно ничего делать. Как бы я зайду сейчас нахер всех поубиваю, просто... Да и все. Что за профриз начались с этой стороны, что-то непонятно, прям ситуация какая-то жуткая получается. Так, ладно, сейчас тогда что, за бандитами в ванно, потом забираем, наверное, может быть, арты, которые бетонные ванне, плюс зайдем за бандитами, которые находятся возле тайника, потому что хочешь тайника вобрать. У нас, если не ошибаюсь, еще инструменты находятся вот там вот в цехах с этой, с электрой. Блин, я взял только один этот себе СМК. В принципе, костюм довольно сильно сдержит радиацию. И так, если съем рад протектор, то я думаю, нормально будет. Ну, скорее всего. Так-то, конечно, хер его знает. Я еще и жрать хочу, но что за... А, простите. Блин, есть, конечно, вещь в мизере, которая, ну, без нее мизери не мизери. Типа, если ты не хаваешь эпинефрин, твоя игра становится в 1000 раз хуже. Поэтому приходится его хавать на постоянке. Блин, про фризы просто лютые начались эта часть. Не знаю просто почему. Такой беды до этого прям не было. Опа, это наш друг. Друзей уже полная зона, как говорится. Помог сталкерам, стал своим. Красавчик, молодец, просто лучший. Так, кстати говоря, я реально подумал над системой похода за артефактами на затон. Что-то мне кажется, что это очень логичное действие. Потому что не хочется костюм очень быстро прокачать на максималке. Вообще хочется все прокачать до максималки, начать на что-то опять копить. Потому что как бы в этом смысл игры. Если в конце еще будет нажать экзоскелет, то как бы я думаю, надо как бы на него сразу копить заранее. Потому что эта штука довольно дорого-богатая. Так, она здесь сразу будет долбить? Не-не, пока что не травим. Понял. А, да, еще понятно, ребята, я выкинул нахрен наконец-таки ножик. Мне написали, что если у меня есть охотничий набор, типа, в этих, в инвентаре, то как бы все разделывается и так. И здесь действительно так и написано. То есть используется для разделки туш и для вскрытия консервных банок многоразово. То есть можно скинуть в принципе нахрен и армейские ножи, нет, всю лишнюю утварь и полевые столовые приборы. Короче, все можно скинуть, как бы этого хватит за глаза. Просто кто-то невнимательно читает. Это, в принципе, ситуация нормальная для меня. Так, количество людей. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13-14 человек. У меня тут дело к Валету насчет Вано. Ладно, чисто не задержишься. Понял, иду. Слушайте, можешь сразу устроить замес прям со входа. Такая... Братан, спасибо. Ты что-то не совсем понял ситуацию, которую мне предложил. Ага. Ага. Паханчик-то здесь. Ну я дверь-то прикрою, ребята, на всякий случай. Плита на мне. Стволы заряжены. Лопни мои глаза. Лопни твои глазоньки. А, я пришел дать долг за Вано. Короче, с процентами 7 тысяч. Слушай. Да проще тебя будет пристрелить. Тихо. Сейчас разберемся с бандитами, не переживайте. Работает спецназ, поехали. Ну давай, давай! Я сам буду вас атаковать сейчас, я круче, чем вы. Голова.
Ну давай, давай, родной, давай. Что такое, братишка, ты не выдержал, да? Не выдержал? Бывает. Тихо, 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 тихо! Красавцы. Ну чё, получилось? Чё-то не очень, мне кажется. Ох, блядь, нихера себе доказал меня! А с чего он мне дал в хэд, ты же меня так склеил? А у него тоже вал с ЛЦУхой. Он недооценил его, сбраться, недооценил. Хороший, но не настолько, чтобы я прям был танком. Да что ж такое-то, блядь? Твою налево, у него дробаш! А, да что ж такое-то? Жесткий чувак какой-то. Просто каратель, не знаю, главный бандит в зоне. Двоюродный племянник жены султана. Если что, потом на монтаже все вырежу, как бы, я, кажется, что я с первого раза все прошел. Правильно? Правильно, блядь. Да наконец-таки, наконец-таки! Он зашел! Так, главная проблема решена, главная пиявка была убита. Оставшийся тоже так детский садик на самом деле. Куда обходим? Тормозите. Вижу, слышу справа его. Должен выйти сейчас. Давай, родник. Что? Зачем гранату? Я себе, ребят, вы чё? Успокойтесь. Так, минус один. Блин, я опять не считал убийство, но тут где-то, наверное, осталось человека два максимум. Судя по звуку, он так и есть. Куда ж ты, падла? Тихо, еще, еще стоит в хибитке. Тихо. Хуя, сюда. Ну, тебя и веду. Кстати. Все? Фу, блин, это было не то, что это прям эти бандиты составили мне конкуренцию. Прям. Я, конечно, зашел, сам себя закрыл, грубо говоря, в запертом помещении, но нас приняли вот этот, особенно в скелете. Черт, просто, как бы, свои бабки отработал сполна. Так, Фимка, адвокат, бандит. С глушителями что-то какие-то типы. Это точно бандиты. Это не какие-то, не знаю, вторая группа наемников, что-то такое, нет? Просто охереть. Так, в столе что-нибудь было интересное у Биг Босса? Ни хера не было. Жалко, жалко, жалко у пчелки. Так, ладно, поехали смотреть. Валет. Блять, туз бубновый. Забираем. По звуку, опять же, кстати, многие заметили эту фишку. Вот именно в Мизере, что ли, или это так и есть сталкер, я не знаю. Короче, порой я прям слышу, что по мне, ну и по виду, гасят с очень дорогих пушек. И я прям вижу в ругах, в кругах, блять, в руках у бандитов, ну, очень дорогие вещи, ну, то есть, там, всякие натовские пушки с ЛЦУ и так далее, то есть, прям сильное вооружение. Потом я их убиваю, смотрю, а у них тозы в руках, то есть, либо это какая-то система автоподмены, либо они перед смертью, не знаю, трансгрессируют, как в Хогвартсе делал Дамблдор, свои пушки, не знаю, на тот свет, а себе, так сказать, призывают другие, ну, только такой расклад. Это просто правда, я заметил. То есть у всех МП-5, как бы, да-да-да. При этом, когда воевали, мы видели, у чуваков там ЛЦУхи были, фонари какие-то, ну, прям натовские стволы, прям нормальные, с хорошим ценником. Теперь посмотрите, его здесь нет в списке, его просто здесь нету. Тут два калаша, тозы, МП-5. Как бы, ребята вообще оказались очень добрые, бедные, вон, без ничего вообще, просто пустецкие. Странная система. Так, ладно, справились. С горем пополам. Не особо-то красиво получилось, честно говоря. Еще и, наверное, костюм накоцало довольно прилично. Чем с 100%? Мне, кстати, уже написали, что готовь свой кошелечек. Этот костюм очень дорогой в использовании, как, в принципе, и все себе подобные костюмы. Они стоят очень дорого именно в эксплуатации. То есть ломаются, все, жопа. А нас еще и поджимают мутанты. Вот это вообще неприятно. Причем довольно большая пачка. Они пошли грызть этих... кабанов. Ну, пусть грызут. Так, тайника здесь никого нет, к сожалению. Я вот на этой локации вообще тайников не знаю. То есть, ну, кроме тех, что на втором этаже, но это очевидные вещи. А они здесь, мне кажется, должны быть, потому что локация такая интересная. Сейчас немножко походим, посмотрим. Вообще, конечно, порой, знаете, вот такие хотелки в башке возникают. Ну, просто хотелки. Вот тоже сама точка, КППшка вот эта вот с бандитами, очень интересная. Но просто из-за того, что Сталкер вышел в 2009 году, как бы движок, сами понимаете, ну, все ограничено. То есть здесь бы как-то чуть более грозно, что ли, обустроить точку. Вот она бежит.
прости. То есть как-то более жестко, что ли, обустроить как-то более по-бандитски, чтобы все комнаты были входимые и выходимые, тогда было бы очень круто, мне кажется. Но это опять же просто хотелки. А так вот стоит здание, вот что внутри, непонятно. Антенна, вот, ну, никакого от нее эффекта нет, она просто стоит как бы антенна, вот, не знаю, телефонии какой-то. Вот там гараж, здесь тоже, ничего нет, ну вот, обидно. Хотелось бы, прям очень хотелось бы. Так. Что у нас здесь? Вот тут тайничок у нас вроде бы есть. А, у меня теперь нет ножика, чтобы ломать все это. Блин, вот она беда, когда ножик выкидываешь. Теперь нечем ломать предметы всякие. Так, это, кстати, тайничок. Один из. Там внутри что у нас было? Какая-то прокачанная ПБХ или что это было? А, ну секундочку, не вижу ее. Это у нас... А, это АПС-ка, простите, обознался. Так, здесь ни черта. Здесь ни черта. Здесь ни черта. Ну и ладно, бывает. Получается, что все. Здесь больше я тут тайников. Вот как раз таки я про это говорю, я здесь больше тайников не знаю. Только вот это вот и все. Батареечки можно забрать. То есть здесь ничего вроде нету. Конечно, можно по кругу быть где-то, попрыгать, пострыбать. Но, по-моему, здесь нихера не было. Так, ладно, сейчас пойдем еще с бандитами повоюем, которые под тайником. Может быть, залезу в битум. Посмотрим, что по химозе. У нас есть с собой таблетки? По идее, защита от химозы сверхсильная. Прям очень надежная. На секунд, наверное, 40 должно хватить. Где таблетки от химозы? Есть, по-моему, да? Да, плюс 234% от того, что у нас есть. А у нас практически 50% защиты. То есть, должен прям нормально подгонаться. Машина настолько фонит, что пробивает даже этот костюм. Тайников здесь нету. Я устал. Я устал, и я ухожу. Не, нихера, просто нихера. Ладно, бывает. Сейчас, наверное, все-таки немножко раскидаюсь, потому что идти с таким перевесом нет смысла. А дальше так посмотрим. Да, чтобы вы, короче, понимали коэффициент. Смотрите, я сломал столько всего, и у нас получилось 46 мусора сраного. И только 4 детальки маленьких и 6 тяжелый оружейный мусор. То есть из всего, что достал, только 4 детальки вышло. Это, конечно, жестко. Так, бандиты там нас ждут. Сейчас, может быть, отработаю свал. Я сейчас вспомнил одну небольшую проблему относительно похода вот туда, в подстанции самого Юпитера. Там же два псевдогиганта обитают в том месте. Это просто полный капец. Так. А что? А где мои родненькие? Не понял момента этого. В смысле, завхоз чист, что ли? Ай, ты моя зайчка. Спокойно. Спокойно, родной. Блин, у меня патроны на исходе, вот в чем беда. Спокойненько, спокойненько, дышим. Патроны реально, суть, это вроде последний на том, что есть у меня на Элке. А судя по звукам, там сейчас еще будут к нам бежать ребята. Реально справа чисто, еще не появились. Походу, какие-то действия, условности я не выполнил еще до того, чтобы они здесь появились. Это нехорошо. Кстати, столько бандитов золотал, кого-то еда была хоть какая-то. Блин, только всратые... На 385 микрозивертов. Бля, вы реально это жрете? У меня вот реально один вопрос. Вы реально это едите? В этой штуке 400 микрозивертов. Алло. Ну типа она не то что фонящая, она разрушающая желудок. Опа, началась стрельба. Что? А здесь куча мутантов валяется, халявный лут. Химоз, от которой... Какие-то странные побулькивания, как будто Балрог появился из моря. А там бандиты с кем-то начали. Их же не было никого. Что за прикол? Откуда они вылезли? А, так их снорки, походу, прижали. Давайте не будем мешать. Пусть немножко постреливаются. Как говорится, я без лишних... без плохих каких-то побуждений. То есть, ну... Двое в драке, третий в сраке, есть такая вот поговорочка. Поэтому, ну, если дерутся мутанты плюс бандиты, то зачем туда мешать, как говорится, лезть. Так, что у нас здесь? Потрясающая бетонная ванна. Битум. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь цац-цацная, блин. Хватит ли мощности моего костюма? Я даже в теории не могу вам сказать. Мы можем только предполагать и пытаться. А, плюс смотреть на его составляющую выносливости. Ну, давайте посмотрим. Очевидно, что если я попаду в бульбашек, и вот он булькнет,
то, скорее всего, как бы, ну, это будет жопа. Кстати, там многие просили показать, как, собственно, работает анимация съедания таблеток. Блять, съедание! Блять, съедание! Таблеток анимация, мол, она очень красивая. Охуеть, минус костюм! Вот вам анимация бинта, ребята. Вот вам анимация стимпака. То многие просили показать красоту. Хоп! Вот вам анимация поломанного костюма. Вот вам анимация собственной таблетки. Вот он, хоп! Да? И скушал. Все, надеюсь, вы довольны. Пиздец! Подкрался незаметно. Так. Съели таблетку. Ну, пошли смотреть. Один СМК. Сейчас будем смотреть, что там за артефакты. Бля, у меня еще выносливостью беды, да? Я на первой же взорви! Слов нету. Давненько это было, давненько. Да я просто забыл, что здесь надо прям хорошо прыгать. У нас же штурмовик, вот в чем беда, он плохо прыгает. То есть, когда стрибаешь за разведчика, у него прям запас 8 километров этого прыжка. А здесь прям впритык. Так, ну химоза пока такая, детская. Типа поджимает, но... Пойду по диагонали насрать его, на мужика пойду. Должен все-таки достать. Нет, не достал! Так, Колобеджио. Колобеджио это сильно. Желтая химоза, костюм плавится. Забрал оба арта. Так, теперь выйти так, чтобы не умереть. А это, походу, невозможно. Потому что у меня силы кончились. Блять! Ну, пожалуйста! Просто окунулся в ванную. Сейчас я даже боюсь смотреть на костюм. А, нет, ему насрать. Ему вообще просто похеру. Так, ну колобок это очень сильный артефакт. Что касабельно крови камня, то это фигня. Но она, в принципе, не особо-то и фонит. Поэтому надо сейчас радость колобок. А остальное как бы все должно быть под контролем. Ну, я, по идее, не должен умереть, как мне кажется. То есть радиация будет очень медленно копиться. Плюс 6, сейчас можно будет нивелировать немножечко, выпив воды. Вода дает как раз таки минус 6. Выйдем, как говорится, просто в ноль. Но если что, выкину нахрен второй арт. А чё по костюму? Он реально... Он такой же был после укуса собаки. Он, походу, от нормальных повреждений прям сильно защищен. То есть от укуса собаки ему гораздо хуже. Бля, зашел в радиацию. Стоп, а где этот табличка, список? 88%. Ну, вообще, как бы уже неприятно. Потому что ниже 90, это как бы уже... Нормально по деньгам шарит. Так, ну радиации просто нет, она не душит даже нас. Сейчас пошли поищем бандитов. Они здесь валяются просто дохлые. Не уверен, что сейчас пойдем туда за инструментами, потому что еще два арта я просто не потяну. Раз. Два. А все остальное сделали мутанты. Молодцы. Так, разрядить. Кроме деньги, монтировка мне не нужна. ПМ брать не стану. Вот там, кстати, тайники есть. Так, ну радиация пока что действительно меня вообще не парит. То есть, ну, практически нулевой урон. Забираем все, что есть мутантов, потому что ученые дают зарабатывать на этом. Это 100%. Так, это все-таки бандиты были. Какая же все-таки здесь, не знаю, это то ли из-за этого HD-пака, то ли, ну, такая какая-то черта странная, вот. Некоторые бандосы в каких-то шмотках таких, ну, прям, я не знаю. Вылитый наемник. Вообще не бандос ни хера ни разу. Сигаретки, жопку забрал. Еще сигаретки. Ни хрена себе! Вот это да, снайпер, вот кто всех убил мутантов, вот почему они выжили. Ты посмотри на него, а. Поставил себе прицел универсальный. Вот это разве бандит? Это разве бандит? Вы видели его пушку? Вы видели его пушку? Это вал, как бы, причем, ну, прокачанный. Нихера себе бандит. Это, походу, главный бандит, судя по его доходности. Так, а здесь тайника нет, только радиация. Блин, а радиация еще есть внутри, меня подпекает. Я прям чувствую, что есть негативное воздействие от нее, причем такое, оно приличное, я его прям ощущаю. Может скинуть этот тайник, какой-нибудь тайник, точнее артефакт, какой-нибудь тайник и не париться, иначе я не дойду, мне кажется. Но это опять будет игра, как говорится, со здоровьем, которую я обычно что-то проигрываю в этой игре.
сколько раз я не пытался в нее поиграть. У меня, в принципе, конечно, 7 стимпаков, но просирать сейчас 7 стимпаков, сами знаете, такая вещь. Так, ладно, нейтральное зарядное устройство, спецзарядка, тозик, ломаем. Сейчас пойдем все-таки, мне кажется, попытаемся пощупать эту территорию. У нас есть просто куча гранат, 7 таких, куча таких. В принципе, если правильно раскидаться, то я должен убить этих псевдогигантов. Плюс это вещь, которая даст мне денег гораздо больше, чем вот этот весь заход всецело. Потому что лапы псевдогиганта, что там, не знаю, 1003, по-моему, стоит одна. Мне, правда, вот ничем другим особо воевать-то нечем. Вот в чем проблема. Один... А, нет, у меня есть один подствольник. У меня есть один подствольник, кстати говоря. А еще, кстати, я вот там никогда не проверял. Аж любопытство, так сказать, сейчас возникло. Здесь химоза или просто вода? Просто вода. Но тайника здесь нет, да? То есть вообще никакого... А, стоп. Ну, есть микротайник. Тут, походу, бандиты шрялись этой... глюкозой. Энергию поднимали. Чисто бодибилдеры. Блин, это я так с эпинефрином стою. Че по весу? 98 килограмм. Блин, ну я понимаю. А, че я не выкинул мусор, кстати говоря. Выпали первые большие оружейные запчасти. Но это благодать. Супер редкая штука, я бы вам сказал. Супер. Сука, там она, по-моему, дает 3% починки или 6. Что-то такое. Короче, очень важная вещь. Вот тут точно был какой-то ничок. Либо сзади, либо внутри. Внутри не вижу. Значит, сзади. Ага. Веревка, мыло и запчасти. Классно. Набор сантехника. Причем веревка весит дохерища просто килограмм. Я, кстати, могу сейчас прямо на ходу свой ствол-то починить. Почему нет? 94%, почему сейчас сразу не это... Не сделает дело. И веса меньше будет, и ствол будет более готов к работе. Правильно? 96 еще плюс процент. Нормально. Блин, я вот эти вот, когда баги вижу, непонятные состыковки, вот там какой-то луч в небе. Как будто Саурон, не знаю, решил, так сказать, сделать свои вещи. Вот тут нарисован тайник? Стоп. Не понял. Там что-то, походу, раскидали. Когда я подбирал глюкозу, надо было, наверное, что-то еще забрать. Не особо ценное, скорее всего, раз я проглядел. А ну. Я здесь ни черта не вижу. А, ну... Блин, тайники, конечно, я рассчитываю на какие-то более качественные тайники. Это, конечно, туфта полная. Кстати, водка прям сильно понижает радиацию. То есть, в критической ситуации, в принципе, водка это... Не так уж и плохо, я бы вам сказал. Медленное использование, стримы тарелки и сонливости. Давай, поехали. Вот все, что медленное использование, то есть на долгое время, как бы, ну... Прям вот то, что надо. Так, ладно, поехали пытаться. Подствольник заряжен. Сейчас, наверное, бронебойные запулим. Столько подготовки, а в итоге сейчас мы не знаем. Даже не найдем, наверное, этого псевдогиганта. Я еще бегать нормально не могу. Вот это, кстати, проблема. Радиации почти нету. Реально нету сил. Даже под эпинефрином. Так, родненький, ну давай. Покажи свои зубки. Ну до этого, в трех из трех раз, когда я здесь был псевдогигант, как минимум один. Ага. В этот раз здесь немножко другие ребята. А, нет, нихера не другие ребята! Ха-ха-ха! Бум! Проблема, да? Я понял, ребят, я понял. Тактическое отступление. Тактическое... Мать его, отступление. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Ну, я должен был чем-то компенсировать эту серию. То есть, у меня была супер плохая битва с этими... С бандитами. И сейчас прям вы видели. Раз граната, два граната. Подствольник залетел шутка в двоих. Обыскали. Обыскали. У обоих были какие-то составляющие. Это круто. Я жрать захотел очень сильно. То есть, ну, сами видели, все легло, вообще все. Полностью, так сказать, бронебойные патроны зашли, вообще, сам порадовался.
То есть никакой лютой битвы не получилось. Но у меня, честно говоря, никогда проблем не было с псевдогигантами. То есть для меня куда больше опасность это химера. Не подранок, а вот целая химера. Это, конечно, ну, ужасно прыгающее существо, которое готово тебя разорвать на клочки вообще без проблем. Так, что выпало с них? Какое количество? Я уже вижу руку, точнее лапу. Я уже вижу глаз. Два мозга. А, это мозги контролера? Что? В смысле, вы контролеров сожрали до этого, что ли? Два мозга контролера, подождите. Я в этой серии не воевал с контролерами. Откуда? Реально два мозга контролера. Они съели контролеров, что ли? Интересно, девки пляшут. Слушайте, ну по деньгам это не то, что плюс. Это только что мы получили очень большой запас. Так, тайник, вот он, родной. Тайник сталкера Алана. Это оно, че не оно? Дневник сталкера, да-да-да-да-да. Однажды разговор зашел об одной аномалии, как выяснилось, расположенной в глубине пещеры или трещины в земле. Не знаю, как объяснить. Там должно быть огромное количество артефактов, никто не хотел туда идти. А, ну это, наверное, на затоне, которая расщелина. Так, ну уголь брать с собой не буду, покрывало, матрас брать не буду, кроссовки, наверное, тоже забирать не станем. Все остальное возьмем. Кстати говоря, дали этот. Дали немножечко нам. Может, сюда тоже скинуть веревку, скинуть сюда матрас этот вонючий. Вот так, короче, сделаю. Все остальное, в принципе, более-менее нужно. Можем съесть геркулеса для повышения, так сказать, количества веса. Аномалия, это, наверное, про разлом, про щель зоны, которая находится на затоне. Так, ну теперь вопрос на миллиард, что у нас будет сейчас сверху. Пожрать точно нужно, теперь это очевидный факт. Независимо от микрозивертов, надо что-то, короче, есть. Ну, сейчас накидаемся, потом антирад. Других вариантов я просто не вижу, иначе мы не выживем. Хотя радиация особо-то не появилась, ну прям такой жуткой. Но я почувствовал фон. Так, и где он у меня вроде последний был? А, нет, еще два, понял. Пошел кетчуп! Кстати говоря, мемчик про кетчуп, мне кажется, залетел, но на канале прям люди поняли, в чем суть. Вот эта красная херня, которую я себе ввожу, от которой я уже три раза сдох. Ввожу антирад, чтобы выжить, и каждый раз умираю, потому что он бьет по моему здоровью, и я откидываюсь. Сраный кетчуп вместо этого. Вместо антирада, блин. Не понимаю, кстати, почему такая система. Типа, настолько едкое вещество вводится, которое вводит радиацию или что? Просто, а почему оно так сильно надрывает? Он отрывает, наверное, процентов 20, ну, порой здоровья. Ты просто стоишь в непонимании, типа, за что? Что я сделал плохого? Так. Меня душит и радиация, и вообще все душит. Ну, поехали. То, что там есть арты, это, по-моему, сейчас очевидная вещь. А вот сможем ли мы сейчас его унести? Это, кстати говоря, пока что я не получаю столько радиации, потому что работает рад-протектор. Он часть поглощает. А там еще и два арта. Ох, ребята, путь домой будет очень жесткий. Я постараюсь, может, найти сталкеров по пути, кого-то нанять на доставку домой. Так, а оба арта, кстати, в самом начале находятся, прикиньте. Вот здесь. Ну, надо прям аккуратно, прям. У меня с электрой... Небольшие конфузы бывают. Ой-ой-ой-ой-ой! Мне сказать-то нечего, как это забрать, сейчас такой вопрос. Да бляха, как это забрать? Твою налево! Ну, огонь бенгальский я еще могу как-то скинуть, но это батарейка, я правильно понимаю? Ёлки-палки, это что, арт третьего уровня? Просто фон дичайшая стата, максимальный вес, восстановление сил, защита, защита. Жалко, что мы, конечно, по РП из-за штурмовика не можем отыгрывать с артефактами. То есть придется его продавать. Но батарейка, по-моему, это что-то из списка бороды. Это прям очень дорогой арт. Интересно буду знать его ценник. Ученый. Так, инструментов пока не вижу. А я, кстати, даже не помню, где они находятся. Не помню, на каком-то ящике лежат, что ли. Ёлки-палки, прям вообще близко подошел. С
Спасибо приборам, что работают, что что-то пищат. Пытаются мою жопу спасти. А здесь нет нихера. Походу за штурмовика инструмент в другом месте находится. Тут только тайничок есть какой-то интересный. Это я за снайпера находил здесь инструменты. Хотя может и есть, но мне не особо не горят, правда. Потому что у меня есть один парень, который на фул прокачивает на затоне. Мне его хватает. Так, спальный шок, ремкомплект довольно хороший. ГШ это супер. Это именно запчасти, антирад вообще то, что надо. И брезент, по-моему, что-то стоит по деньгам. Очень даже неплохо. Как, в принципе, спальный шок тоже что-то стоит, поэтому можно забрать. Ну, это хорошо мы сходили, это прям очень хорошо мы сходили. Ну да, здесь что-то я не вижу ни хрена инструментов. Может, где-то и были, черт с ними. Сейчас бы добраться до базы, это просто задание номер один. На улице еще какая-то погода отвратительная. Как будто собирается сила зоны и хочет жахнуть своим выбросом потрясающим. А у нас на обратный путь по патронам-то... Что с патроном вообще? 7 патронов здесь. Ну и полная обойма есть в этом. В вале, конечно, тут не поспоришь. Да. Красотень неописуемая. Просто неописуемая красотень, ребят. Так, ладно, слушайте, это релайн на серию пока завершить. Сейчас спамчу тогда домой. Раскидываться. Посмотрим еще по деньгам, что-то как. Скорее всего, арт я опять же продам. Пока что не буду собирать арты. Если и будет то, что будет, то скорее всего это будет целенаправленная серия. То есть мы с вами отправимся на затон. Я возьму задание бороды, погоняю, так сказать, по его нужным артефактам сразу. То есть берешь задание, сразу идешь искать, только так. Вот там у нас стая не очень хороших существ. И они бегут к нам, походу, надеюсь, что нет. Короче, мы это в любом случае сделаем, это не проблема. Сейчас первостепенно это именно прокачаться. То есть прокачаться, чтобы у нас все было готово. На Юпитер пока даже не собираюсь ползти. Мне люди уже предупредили, что на территории прям будет не очень весело. То есть там прям до хера всего. И это не то, что ну, страшно и опасно, это просто, ну, по амуниции. То есть, чтобы туда идти, надо минимум иметь, ну, сотни, наверное, 3 патрона зеленых. Потому что я играю без дробей, штурмовик, все дела, поэтому приходится выкручиваться. Ну, либо нужно покупать себе реально сейчас вот на... Хорошее завершение серии! Откуда вы оба? Ладно, я справился, я умничка, я молодец. Не обосрался, так сказать, в конце серии. Я красавчик. Зато костюм, сука, тысяч. Теперь он, наверное, вряд ли починится с помощью гребаных тюбиков, потому что он улетел в минус 20%. Ах. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Пока-пока. Сейчас осталось только на химеру выйти на этом. Вода честных воздухозаборники. И вообще будет просто конфета.